Вот предлагаю следующая покатуха. Вот. Таблеточки. Рома делает кашку. Мы досыпаем что-то до кашки. Так. Все кушаем. Это в начале. Все кушаем. А до этого камеры расставляем высоко на деревах. И в понедельник смотрим, что происходит. Интересный вариант. О, Леня горит уже. Ты уверен в этом грибе? Точно? Да я тебе говорю, сейчас. Пацаны, сейчас будет экшен. А вот, смотри. Пашенька. Куда зелень? Куда что? Куда шашлыки? Зелень? Со столами вы проблематично получили. Нет стола в машине? Нет. Плохо. Так, тут хорошо у нас тут сегодня. Все пришли. Лена! О! Андрюха, у нас больше в машине. Это набор туристический кому-то достанется. Обмораживаешь? Мечты. Главное, что поднимутся. Масло разбивается. Закончилось. Это слово курва очень хорошо Паша выговаривает. Я хочу напомнить, что мы встречились, чтобы поздравить здесь тоже Пашу с днем рождения. Давайте, трикротное ура за Пашу. Джип-джип! Ура! Джип-джип! Ура! Джип-джип! Ура! 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 Вот. Пашка, провокашка, с днем рождения! Ребята, мы уже готовы объявить все результаты. Начнем от конца, поэтому возможно же еще перечислить деньги на карте. Конца. Еще есть, да? Еще время есть, поэтому. Может, давайте реванш в обратную сторону, пока не поздно. Пока мы сами еще видим, можем его сделать. Надеемся, постоянный, да, Руслан? Да. Спонсор наших соревнований и наша крыша над головой. Суровый Дарницкий вместе с Русланом. Молодцы, починили нашу крышу. Крышу починили, покрасить надо теперь. Ищем следующего спонсора, чтобы покрасить. Вот. Ребята, начнем от конца, пока придем до главных. У нас есть от конца. Ключевая фраза. Был еще такой тайный конкурс, который мы наблюдали за всеми участниками. И хотели бы наградить тех, кто помогал еще и участвовал в гонке. Итак, сама помощная рука у нас. Это Паша Бомба! О, Паша! Приходи! Лазайка! Иди сюда! Лазайка, где ты? Хватит жрать, надо снимать. Держи, Паша! Паша, ты бомба! Давай стаканы, ребята! Это не ты, это закусывать, да? Я боюсь такого, Паша, я тебя боюсь! Ты не будешь замерзать больше, Леша! А, это чтобы не замерзать? Да. Ребята, у нас есть тоже приз для... Воля в победе. Это Саня на Чироки. Молодцы! Боролись до конца! Поздравляю! Классный, да! Что ж за первое место? Автомобиль? Дворники от автомобиля. Давай потом придет. Вот. Хочу сказать, что барба была очень-очень ровна. И у нас третье место заняла команда Джуманджи. 15 баллов. Вам тоже коктейль. Да, Паша, на брудершафт. Смотрите, собьетесь еще, мы знаем. Вот. Второе место. Евгений. Тойота. В смысле? Браво! Что, ты первое хотел? Второе. А он на первое шел просто. Зашли, бабки зашли. А я думал, что они не зашли. Зашли, бабки. Зашли. Бежи. Тебе масло. Это штурман мой. Молодцы. Вот, барба была до конца. Видите, надо бороться до конца. Даже на финише у меня есть записанное видео. Женя уничтожил УАЗа. Подбил, да? На выезде. Подталкивал к успеху, ну что значит подбил? К успеху подталкивал. Да? Ребята, в Азовце, не обижайтесь. Барба была зачем-то. Нормально. Вот.
И у нас осталось первое место. Но мы не будем награждать. Деньги не зашли, одни эти самые. Все три участки первым приехал, все 10 баллов собрал, 30 баллов. Это Саня на машине брата. Это не считаю. Это не жалко. Это шлем твой, да. Это тебе. О, вот такие у нас шикарные призы, да. Так и все блогеры, так брат и увидит, что ему досталось. Коровская промьюа нас побаловал. Масло хоть для Вранглера подходит. Ну все, спасибо всем, что посетили нас с праздником. Так что можем бесноваться. Сполосните его. И, ребята, и приглашаем на суп. Мы третьи стали. Те ребята, которые собирал, вы видели, сейчас будет супчик. Обязательно по ложечке, чтобы мультики посмотреть. Мы надеемся, что Курва Трофи вам понравилось такое начало спонтанно. На первом, если бы я не тупил. Спонтанно, когда получилось, да, там, на слово, ты когда-то во вторник написал, сказал, быстро его реализовали. Я думаю, что станет у нас традицией. Название, я думаю, приживется. По лесу замышлю? Всем понравилось. Что, будем стараться все больше и больше делать, какие-то элементы триала добавим, да. Что-то еще. Сделаем его, наверное, ежегодно. Да. Да. Следующее мероприятие, ох, как на да? По-моему, его забыли. Пип-пип-пип! Организаторы не приехали. Все приехали, организаторы не приехали. Вот на Короче, кто не хочет участвовать на грибной супчик, да, в следующий раз? Каждому в карман по грибу положи, чтобы начала гонка. Мультиварка. Помешивать можно. Все. Оно же равномерно должно. Может, температуру уменьшить комфорки? Да, я тут сушусь. А что ты намок? У тебя же машина герметичная. Человек застрял, я спасал? Спас? Да, по колено. Я буду одной рукой кладет мясо, а второй рукой уже готовое снимает. А тут сейчас быстро ты ложи. Разберутся, не успеешь отвернуться. Какой хороший оффроуд сегодня вообще. Просто праздник какой-то, да? Праздник вообще. Давай ездить и по средам еще так же. Я жирный. У тебя тогда двухразовое питание будет. Это суббота, да? Да, паштет будет не востребован. Да, паштет будет не востребован. Руслан, тебе совет. Советы надо. Тут уже гранатомет где-то взял. На плечо приложи. На пол его ставь. На нем прямо распалит кафель. О. На природе это... Сколько тысяч человек этот самовар на Майдане напоил? 50 тысяч где-то? 50 тысяч человек напоил на Майдане чаем бородач. Нет, мои вот этим самоваром. Родители Пашу еще не знали. А чай уже пили, да? Пили на Майдан, да. Пили чай. С бубликом, он еще бублики давал. Бублики. Книжку написали. Открой мне бублики. Так это ты все это замутил, да, получается? Саша, давай в Беларусь поедем. Беларусь уже не пустят, все закрыли. Так он объехать знает дорогу. Тут через лес, видел, с Прилук люди даже попадают сюда. Пошел мы. Рус! Да подожди, моют ложку, и на мойку я отвезли. К Фозе на мойку повезли. Что, не горит? Эй, Лоня, блядь, закрывай! Курва! Учите польский, пригодится. А ну, давай. Что, слезли ногти, нет? Я Криса поджег. Вообще не знаю. Зачем? С Леней вообще надо быть осторожным. К нему вообще лучше близко. Видишь, я на расстоянии от него нахожусь. Дайте железную вилку. Подожди, не успел фото сделать. Давай. Андрюха. Ты со всеми не делись сейчас. Не? Почему? Какой здоровый, иди сюда, иди, смотри. Саня, иди сюда, смотри. Посмотри, какой здоровый. Ну, смотри, как больше, больше Верастюка, реально. Ну, не говори. Да? Польский герой. Курва в роли. Все, одел, что дома, всю одежду, да, видно. Так у него РБХ, это чтобы РБХ не выпирал. А, чтобы РБХ. Выгнали из дома, взял, что смог. Сразу все в политике, ребята. Ну да, что мог, то и забрал, да. Да, что успел. Блин,
Ну рассказывай, что придумали. О, забивай. Секретная информация? Забанят, да? 18 плюс, да? Смотри фильм «Мальчишник в Лас-Вегас». Что такое? Нет. Там, где Тайсон с тигром? Ты ничего не поймешь. Там, где Тайсон с тигром был? Ты-то и по-русски не очень, да? Там, типа, был мальчишник и... Чувак угостил всех пивом, а до пива там подкинул какую-то таблеточку. И они типа в пятницу гуляют, в понедельник просыпаются и начинают откатывать. Так это на фесте у нас тоже так. Ну вот предлагаю, следующая покатуха, вот. Таблеточка. Рома одевает кашку. Мы досыпиваем что-то до кашки. Так. Все кушаем. Это в начале. Все кушаем. А до этого камеры расставляем высоко на деревах и в понедельник смотрим, что происходит. Интересный вариант. Слышу, уже кто-то заводится, видно, уже принял. Никто не заводится. После танковой никто не заводится уже. Сжигают, сжигают Леню. Месть за курва. Криса. Подожди, дальше надо отойти. Это самый айфон и андроид. Дает и патрон. Подливаем масло в огонь. О, Леня горит уже. А, тепленькая пошла. Тепленькая. Макс, не обидайся. Елки, испортил столько масла. Можно же было еще картошки три покатухи жарить, блин. Не надо. Ты уверен в этом грибе? Точно? Да я тебе говорю, сейчас. Пацаны, сейчас будет экшен. А вот, смотри. Он уже ест. Слышь, а где... А куда? В больницу куда ближе? В Борисполь или в Киев отсюда? В Княжичи, наверное. В Княжичах есть областная? Сейчас твои подписчики начнут жрать грибы, мухоморы всякие там. И будет много летальных исходов, да? Да, да. Самовыпил подписчиков. Не, ну поганка классическая. А ну покажи с другой стороны. Это рыжик. А какой рыжик? Я тебе говорю, это что... Это рыжик. Да не, ну откачаем, он не сильно большой, не бзди, доедай. Все грибы отравлены, конечно, регионы. Не будешь есть эти? Да не, ну зачем? Их надо нюхать. Это ж чайман, он знает, что делает. Сейчас будет первый прикол. Он-то знает, мы не знаем, да? Саня, я говорил, тебе вообще говорят, что это следующий их если есть, то надо... Да их курить надо, наверное. Не, ну надо же подсушить чуть-чуть. Сейчас мы будем нюхать и курить. Да будем, сейчас только стемнеет пусть. О, ля, он нормально чистит. Будешь есть? Да нормально, его еще от того не отпустило. Я видел, мы, говорит, так 100 раз сделали, да? О, пошла, костер пошел. Да, и на мухоморы пошло. Мухоморы Его! Надо тебя, егерь, еще два человека самых ростых. Будете тент держать. Ай, смотри, грибы. Неожиданный поворот. Подарок имениннику. Руслан, ну сожми чуть-чуть. Вот это, блин. Вот это ты сорвешь просмотры. Давай я тебя сбоку фотографирую. Сбоку давай сфоткаю. Что-то на пол шестого только какой-то вялый. Как будто у тебя третья свадьба, я не знаю. Потерби его чуть-чуть, чтобы он выше стал. Давай так, как слепо. Ну все. Отпала шляпа и прямо на пол. Заберешь домой. Насаживай, Вайт. Одевай себе. Это просто смотри. Вывалило уже. Давай пожарим. Да дай на минуту. Это когда Руслан вышел из холодной воды просто. Зажимай. Даже не может удержать. Руслан, я тебя не за хер держу хоть. Ну ладно, будем жарить его. Да-да, давайте. Так раз отсыреет, разорвет этот. Самурая разорвет. Леня, не ложи дерево в машину. А то разопрет сильно. Так, подожди. Близко не стойте, он бежать начнет, кого-то собьет.
Влад, тебе не надо. Жека, танковая туда бежать, прямо тебе, если что. Нереально, да? Не надо, я дома подсвечу. Костер небольшой. В лесу раздавался топор дровосека. А ты лучше сапоги. Про газовый баллончик пой песни. Я могу такой, чтобы забанили. Дольче солдатен, унтер офицерен. Да нет, забирайте. Зачем вы костер растоптали? Вы как красиво. О, как раз отлично. Грибы начали. Подожди, давай переснимем. Ставим пока трубу. Так может еще одну надо? Вот еще. Может и надо, но оно забьется. На высоко откроем. Где там этом щели чеков накидали? Вот есть. Пытаемся. Вот. Второй час кипятим вот чай. Это. Давай трубу. А ну. Вторая еще. О, ля, вообще классно. Подожди. Да не, ну давай, его надо скотчем. Будет просто чайник с бородой. Да вот так вот, садись сверху. Нет, ну это же не бутылка. Будет чайник с носом. Мазай, помнишь, его Руслана купали чайником купали. А, тушили, лучше же. Елки, а я в ТикТок не выложил или выложил это видео? Да. Знаю, как что-то видео получилось. Тебя надо осветить. Это, обои, да? Надо, как не сильно обои разматывать. Чуть-чуть. Паша, это же обои, блядь. Это же обои, что ты делаешь? Голова без шерсти. Поджигай тебе, блядь. Поджигай. Блин. Ты так и пожалеешь, что не куришь. Куришь, на. Бородач, осторожно, чтобы я не загорелся. Туши, туши, идиот! Сейчас печь разжигает, смотри. Пересчитай, погоди, лифчик. Поднимай. Да нет, ну блин, нормально. Держится, у него плоскость нормальная.